Ты спросила, за что я прошу прощения? Я расскажу тебе обо всем. О своих обидах, о своих грехах, о своей мести и о своей ненависти. Я должен признаться тебе. Если ты простишь меня, я буду спокоен на том свете. Я перевернул вверх дном всю твою жизнь. Зная все, я заранее спланировал. Спросишь, почему? Ради мести. За то, что ты бросила нас, мама. Да, я твой сын, который всю жизнь ненавидел тебя. А потом я узнал правду. Я хотел признаться тебе сразу. Хотел назвать тебя мамой. Хотел обнять тебя. Хотел разреветься у тебя на груди, но не смог. Я испугался. Я ничего не мог сказать. Ничего не смог сделать. Возможно, ты узнаешь все после моей смерти. Но не сердись ни на кого, мама. Не сердись на Жанет. Она ничего не знает. Не оставляй ее на улице. Люби ее так же, как и Мине. Пусть Жанет станет для тебя мной. Я не смог признаться тебе при жизни. Но я люблю тебя, мама. Каждый мой день был пронизан любовью к тебе. Прости меня. Эмине! Сестренка! Оставь все и подойди ко мне. Хочу тебе кое-что сказать. Куркут! Иди сюда, сестренка, садись. Куркут! Я тоже хочу тебе кое-что сказать. Ты же брал мое кольцо. Когда ты его вернешь мне, Куркут? Когда его нет при мне, со мной всегда случаются какие-то беды. Я принесу его тебе, сестренка. Принесу. На днях принесу. Ладно, ладно, принеси его. Хорошо. Послушай, я скажу тебе кое-что. Говори. Что ты хочешь сказать? Это что-то плохое? А? Не пугай меня, Куркут. Нет, сестренка, ничего плохого. Не бойся, хорошо? Хорошо? Ладно. Послушай, я хочу дать тебе этот конверт. Но ты никогда его не открывай, хорошо? Храни его. И никому не рассказывай об этом, поняла? Но почему? Что там внутри? Какая разница, что там внутри? Послушай, Эмине, ты отдашь его госпоже Гунуль, если вдруг со мной что-то случится. Поняла? Что ты говоришь, Куркут? Я не возьму его, нет. Ты сам отдашь его ей. С тобой ничего не случится. Сестренка, конечно, ничего не случится. Но если вдруг, ты передашь его госпоже Гунуль, хорошо? А пока спрячь его в надежное место. Эмине, я доверяю его только тебе. Только тебе. Обещаешь, сестренка? Обещаю. Ладно, я отдам, да.
Но с тобой ведь ничего не случится, да? Конечно, со мной ничего не случится. Сестренка моя, я люблю тебя. Я тоже очень люблю тебя. Ладно, я пошел. Куда ты собрался? Кослы.